Друзья мои, всем снова привет. Мы идем с вами к Рифмолу. Самый небольшой мол в Дубае. Рифмол. Так, переходим быстренько. Рифмол. Куча людей стоит, ждет, когда перейти. Уже идем. Смотрите, как все-таки стрёмно, быстро нужно реагировать в Дубае, переходить. Еще желательно, чтобы на вас не наехала ни машина, ни маршрутка, ни велосипед, ни мотоцикл. Вот на таком тонком островке все стали, я с ними. Так, я, народ, привет. Все, брожу с вами, гуляю. Вот, Рифмол за нами. Все, быстро на островок бежали, встали, все люди здесь стоят, и мы с вами стоим. Вот такой тонкий островочек. Сейчас пойдем, если не все пошли уже, так, я тоже пошла. Мне непонятно, зачем я пошла, а не, все зеленый уже. За людьми я пошла. Все, друзья, снова здрасте, гуляем с вами. Наташа спит в отеле, поэтому мы с вами пойдем сейчас и посмотрим быстренько Рифмол. Не знаю, получится ли быстренько, уже было видео. Прикольно снимали там. Там моя любимая кофе, Gloria Jeans. Посмотрим, не закрыли ли. Посмотрим магазинчики. Было уже видео 4 про Рифмол, мы там все сняли. И магазин похожий на Brand for Less, он, по-моему, называется Brand for You, что-то такое. В общем, короче, идем смотреть Рифмол. Вход вот такой вот маленький. Сколько интересных людей, много разных, да, вообще? Разных людей. Все, заходим. Где-то эскалатор, я помню. Аптека есть, все. Заходим, идем вперед. Ах, как начинает морозить кондиционеры, а я не взяла с собой ничего. Вот так, сколько вам говорила, лайфхак, берите с собой всякие кофточки, сама не взяла. Не умно, но я не была уверена, что сюда заеду. Что вот, посмотрим, что здесь есть. Не знаю, странно, какая-то другая, ведь какие-то большие булочки. Что это такое? Раньше здесь, по-моему, Gloria Jeans были. О, кому нужно банк, и вот здесь такое кафе. А вон Gloria Jeans есть. А вон мое любимое кафе, Gloria Jeans. Там мы уже сидели и видео делали с вами. Так, друзья мои, иду с вами, сразу вам показываю, рассказываю. Gloria Jeans, очень классный, вкусный кофе. Не очень дешевый, конечно, не очень дешевые бутерброды и сладости. Но, так, что-то я его не показываю. Пить можно, и кофе, более того, самый вкусный. Дальше здесь, зона Zero, Outlet. Но здесь уже видео сделали, хочу сказать, что много. Даже, по-моему, покупали что-то. Есть очень хорошие распродажи и цены. Всегда есть распродажи и хорошая цена, реально. Не помню, что-то Наташа здесь покупала. Вон кроссовки даже вижу по 25 дирхам. Ну, 25 дирхам кроссовки. Вот. Много всего есть. И сюда можно заходить. Тут даже есть... Ну, кстати, издалека, да, давайте, чтобы просто мол обойти с вами, посмотреть. 7-15 дирхам футболки. 89 типа Крокса или это Крокса? Если 89 это Крокса, это офигеть как дешево. Ну, магазин рекомендую, большой. Зайти посмотреть вещи, обувь, чемоданы и духи здесь есть. Чуть не сказала алкоголь, было бы смешно. Вот. Так, дальше идем с вами. Всякое вижу. Бижутерия. Ну, прикольный такой Мишка с роботом сидит. Прикольно. Ну вот всякие джинсы малюсенькие за 25 дирхам и остальные вещи. Здесь реально, ну, там хоть и рюкзачок можете найти, и чемоданчик, все, что хотите. Дальше, значит, что-то по-арабски написано. И тоже есть вещи, пишут, что от 5 дирхам, но не всегда это правда. И есть какие-то духи, Coral Perfumes. Была бы Наташа, зашли бы, но... Шо, дайте посмотреть, что за цены. Так, Наталка, если смотришь, меня комментируй. Что за духи? Какие-то Bad Boy за 305. Что это вообще такое? А, Versace. Versace есть такое. 249 Versace. Что-то по 65. А, вот есть. Это же известный бренд. И Gautier. Еще. И Dior Sauvage за 555 и за 379. Ну, не знаю, по-моему, цены такие же и в Sephora. Так, ну давайте сейчас. Он такой удобный, уютный. Ты зашел и прям все вот увидел уже. О, бренд свою. Он бренд свою еще есть.
Я думаю, там бы мы с вами зайдем сейчас. Ну вот, в принципе, ага, я так понимаю, такой маркет, это типа Лулу или Карифора, Несто Маркет, не была там, честно. Может, зайду какой-то круассан взять? Ну, все, как бы, и все уже. И Гранд Холл. Если какой-то еще второй этаж, но там немного было, честно. Все. Все. Еще есть ряд магазинчиков, но все равно этот молл самый такой уютный, быстрый и самый, наверное, маленький в Дубае. Тогда писал самый маленький в Дубае, сейчас я нашел самый маленький. Ну все, народ, а вот Outlet Brands, Brands for You. Ну что, зайдем. Что там есть, вещи всякие, я надеюсь, есть какие-то брендовые. Ну, чемоданчики есть от 99 до 129. Это, наверное, сет стоит, да. Три pieces. Интересно, какие именно три чемодана. А, ну маленький, средний, большой. Все, они просто так выставлены. А вот и брендики. Ну, давайте глянем найчики. Не примену посмотреть на найки. Бесценны. Бесценны. Нету цены. А, 79. Ну, как для найчиков, наверное, очень даже нормально. Что же вам еще показать? Вот, по 179 какие-то кенгурушки. Только что мы с вами были, где все по 3 доллара, а тут по 179. Это пума, реально? Это пумочка? Да, это пума. По 179. Прикольный, кстати, это такой леопардик в кроссовках. Но, честно, такой оранжевый яркий цвет. Ну, не знаю. Кельвин Кляйн. Ну, как я говорю, что... Везде можно в Эмиратах найти и Марко Поло, и Кельвин Кляйн, и Ральф Лорен. XS-очка на меня как раз 149. Ну, не знаю, я бы не брала бы такие. А тут все, отдел Кельвин Кляйна. О, ну прям отдел Кельвин Кляйна. Кстати, хотелось и какая-то футболка Кельвин Кляйна купить. Ну, что просто было, знаете. Я поняла. Там было все по 3 доллара, здесь то все по 149. Не знаю, сколько это, смотрите в комментах. Ну, где-то 50 долларов, наверное, чуть меньше. Да, тут все CK. Все футболочки CK. И здесь CK. Это уже женские, это мужские, наверное. Наташи нет. Очень тяжело что-то показывать. Прикольно. Не выгоняют пока еще с камеры. Ну, похожу. Спасибо вам. Вот, и даже фирма, наверное, да. Назарена Габриэля. Но я не знаю, здесь Гант висит. Гант или Гент. Популярная фирма у нашей молодежи. Я видела уже. Перепродают, продают. У меня было видео про секонд в этом году. В Киеве я покупала. Да, это Гант. Или Гент, опять-таки, могу произнести неправильно. Ну, здесь хорошие футболки. Здесь вот, ну, достойный вариант. Честно, вот, ну, классные. Ну, мне нравится качество. Это Гант вообще хороший. А здесь что, вот такое лакосточка. Серьезно? Народ, а ну, что вы скажете? Так, давайте прицеплю. Наташа, где ты? Я тебя очень вспоминаю. Слушайте, ну хорошая, прям эксесик мой. Наверное, цена сейчас будет за 200. Давайте угадаю. 99. Лакоста. Крокодильчик. Симпатичная. Мне пошла бы, я думаю. Не, лакоста по 99. Это жир, конечно. Как у меня друг говорит иногда, когда ему нравится. Это жир. Ну, слушайте, 99 привезти лакосту. Ну что, серьезно, блин, лакоста? Так, ну давайте с вами искать лакоста. Где там, говорит, крокодильчик улыбается через закрытым ртом, это не лакоста, вроде лакоста. Ну офигеть тогда, извините. Не знаю, пишите, кто там разбирается, но это очень даже круто. Так, ну Наташина обитель, думаю, может мы с ней зайдем сюда, еще видео сделаем, или просто она здесь погуляет, посмотрит. Ну смотрите. Ну здесь будет дешевле, но мне кажется, не намного. Вот смотрите, вот Шанель, очень люблю этот. Два моих любимых аромата представлены. Allure Home Sport 540 и Blue. Класс. Вообще вот это. И, кстати, и Sauvage мне тоже нравится. Но прям все мои любимые ароматы. Да, вот мне именно эти ароматы подходят. Вот. Downhill есть. Ну, такие, смотрите, я давайте сейчас цены, наверное, писать не буду. Что уже не переплетались. Я с одного на другого камеру перевела. Делите на 3.68. Будет доллар. Будет в долларах. Много всего есть. Не помню, какие духи Наташа хотела. Ой, мигает вам, а не я. Их не люблю, это, извините.
Не помню, какие Наташа хотела посмотреть, искала, понюхать. Не знаю, есть ли они здесь. Мы какой-то в подарок брали. Вот такой мы в подарок привозили. Мы брали, как помню, сейчас за 100 дирхам мы брали. Это было после вируса, когда мы приехали в Марину Мол. Тоже был бренд свою, я там себе купила очки прикольные. Вот такое мы за 100 дирхам купили. Очки все такие круглые купила. Прикольное видео оставлю в описании. Посмотрите, Марина Мол тогда был классный, с бренд свою. А сейчас там переделывают его. Мы вообще приезжали пару месяцев назад, вообще разочаровались. Вообще распродажи по 30 дирхам вообще, что-то блэкаут. Не знаю такого. Наташа может прокомментировать. Какие-то арабские духи. Кисос по 49. Ну, нюхать надо. По 75. Коробка вечественная, какой-то маленький такой пузырек, не знаю, странно. Девочка идет, и мы с вами отходим. Не надо продавцов нервировать, слава богу, и так разрешают снимать, что тоже приятно. Вот по 15 какие-то духи. Но я не знаю, что такое по 15. Ну, мы за 10 хорошие находили, привозили там вообще. Мы вам показывали. В Караму мы брали. О, мисты. Люблю это. Смесь парфюмерии воды. Очень прикольные некоторые. У меня вообще есть морские ароматы. Вкусные, безумно классные. Вот, смотрите, сколько всего. Попробуйте, привезите своим друзьям в подарок. Кстати, туда много места не займут. Единственное, что, по-моему, вручную класть нельзя. Поэтому в багаж. Очень много интересных вариантов. Слушайте, ну класс прям. 65 дирхам какие-то ногтики. Ну, слушайте, хорошие, мне нравятся. Можно будет тут и подольше погулять. Посмотрим с вами, да? Смотрите, никого нет. Но товар, выбор хороший. Вообще, наверное, Дубай избалован хорошими магазинами. У нас в Эляйне один только бренд Фолес есть. И то он в Эляйн Молле. Мы с вами недавно в нем были. Вот, кстати, Асиксы кроссовки. А ну-ка, 129. Кстати, кроссовки себе посмотреть надо. Но мне хочется скетч. Какие у меня есть. До сих пор в них хожу. В том магазине, где мы купили рубашки, купить все. Джинсы недавно видели с вами по $3. Но это Calvin Klein 169. Тоже, скажем, для Calvin Klein не цена, если вам подходит. Если они офигенно классные, ну... Это качество, это бренд. Это бренд, вы можете его брать и смело ходите так. А я брендовые вещи. А почему по 39? Что-то такое. Окли. А, Окли — это хорошая фирма, да? Велосипедная. Что-то я думаю. А, Эмирейт. Как для эмиратской сборной сделано. Это для великов. Слушайте, ну интересные вещи здесь. Вот Пумка, допустим, 189. Ну, такой же, в принципе, как бренд Фолес, только бренд свою и тоже есть во многих молах. Так, друзья мои, здесь очки есть. Смотрите, я очки уплатила. 49 дирхам, как мне. А ну, так, что я тут? Прям с большими такими волосами. Не причем, это дырочка мне мешает, да? Ну, как мне очки такие? 49 стоит, народ, 49 очки. Ну, что? Не знаю, слушайте, ну 49, ну реально 49 стоит. Вот, показываю, 49. Прям хорошие, нравится. Ну, сейчас давайте что-то еще. Да, сейчас я тут наверну все своей камерой. Еще за 49 беру такие. Не, эти уже как-то так, ну, не очень. Ну, 49, ну интересно. Фирму, правда, не вижу, не понимаю. А тут хорошие фирмы. А, наверное, Life Sunglass у меня 49. Ray-Ban 99. Так, наверное, сейчас посмотрю, очки какие-то прикольные. Так, друзья мои, смотрите, показываю. Вот эти вот очки. Вот они, уже тут видно, не знаю, видно, не видно. Вот, пытаюсь вам показать. Вот они. Сейчас вот написано, что Made in Italy. И фирма какая-то, вот это вот Life. Это вот несчастье, что я чуть не уронила. Но мало того, что без оправы, это вот Ray-Ban. И стоит 229. Ну что, я вам как? Блин, Гарри Поттер. Капец, Гарри Поттер. Вот не очки, которые мне интересуют сейчас. А вот Ray-Ban, кстати. Сейчас поставлю здесь. А ну, Ray-Ban, сколько вот такие? 99 стоит, реально. Ray-Ban по 99, народ. Вот мне вот такие нравятся. Это прям вообще класс. Что это у нас? Непонятно, 149 написано. Сейчас пока просматриваем, я пока одеваю, наверное, здоровые. Люблю такие очки, наверное, здоровые, не большие-большие. Слушайте, ну выборочку здесь есть, тоже такой кайфовый, ну Ray-Ban, там вот есть какие-то по 99. Ну извините, народ, 99 это хорошая цена.
Ну, дальше, смотрите, уже чуть дороже есть. Calvin Klein, Guess, Timberland, Emporio Armani по 199. Вас что-то привлекло? А просто делайте паузу, смотрите, кучки я люблю. Азара. Кстати, Наташа Азара, мы помню, вообще за 50 дирхам купили, не помню. Или за 150, тоже 199 стоит. Азара итальянская фирма. Здесь уже дальше по 300, считайте. Лакосты, Каррера. Это хорошая цена на очки, хорошая. Здесь 299 Фарла какая-то. И дальше уже 349 Максмара, Хьюго Босс, Каролина Геррера. И по 350 Ральф Лорен. А по 400 Тотс и Мессони. Я не знаю, какие вообще. Дальше Сваровский, Коучи, Марк Якобс. Но мне уже ничего из них не нравится. Ну, так вот прикольно. Кстати, есть вот очки за стеклом еще. И очень много часов есть. Часов, всяких там фенечек, сувениров тоже там. Вот. Какие-то часы. Напоминает мне какое-то слово такое. Вот. И стоят они 79. Вот, наверное. Ну, прикольно так. В школу в таких часах прийти. Думаю, мне бы сказали бы их снять. Я не соль, да, что вы делаете? В таких часах приходите, студенты веселите. О, кстати, носочки. Вот носочки белые бы интересно было. Патек Лотус, кто-то такой, я не знаю. 20 дирхам носочки. Белые, хлопок хороший, чувствую, не фигня. Адидаски по 149, но мне такие не нравятся. Еще можно всего и сумки, и зонтики, скетчерсы еще посмотрю сейчас себе. Ой, хороший магазин, людей мало, ходишь, наслаждаешься. Ну, давайте приближаюсь к сумкам. Вот по 99 есть такие маленькие рюкзачки. Стиль 19, не знаю, что это. Это вообще какие-то сумки, как будто ланчбоксы смешные какие-то. Так, есть разные сумки. Естественно, разные цены. Вот, есть 80, от 89, короче, до 129. Вот такая вот мне симпатичная. Вообще прям класс такой, оп, рюкзачок. Симпотный, похож чи на Гетчи, на Луи Виттон, не знаю, на кого похож, но прикольно. Такие вот 129, типа а-ля змеиная кожа. Нифига она, я думаю, не змеиная. Вот. Что еще есть? Носки снова, всякие другие сумки, лаптопницы, кошелечки есть. Ну, вот вообще прям симпатичный. Симпатичный. Сколько такой прям вообще? 39, типа, Эмираты. Вот такой вот сувенир с Дубая как раз бы в самую точечку был бы. Все, друзья мои, выходим с магазина. Пишите ваше мнение, что лучше, Brands For You или Brands For Less. Уже много видео вы видели. Но это тоже хороший магазин. И радует, что людей здесь немного, и снимать разрешают. Буду, как обычно, рада вашим лайкам, комментам. Пишите ваше мнение. Всем пока.